в Испании наступил сезон каштанов. Буквально на каждом перекресточке, на каждой улочке вот такие установочки стоят, где жарят и продают каштаны. Честно говоря, я ни разу в жизни не пробовала жареные или печеные каштаны. Сейчас попробую. Мы уже дома. Вот такое количество каштанов нам продали на 4 евро. То есть, если 4 умножать на 70, ну, где-то на 300 рублей вот такую вот маленькую порцию. Пахнет, как будто картофель испеченный в золе. Тепленький еще. Сейчас будем пробовать. Ну, вот так вот выглядят очищенные каштаны. По вкусу напоминают сладкий картофель. Ну, такой не очень сладенький, а такой слегка сластят. Ничего особенного. Ну, один раз стоит попробовать. Мне вот интересно, с чем их есть? Самостоятельно или, может быть, с молочком? В общем, попробовала я каштаны с молоком. Вывод следующий. Печеный картофель с молочком, с солью, с чесночком, с черным хлебом гораздо вкуснее, чем печеные каштаны.